شما هم قلب مستضعفین را هم مؤمنین را همه را با هم خوشحال کرد. حاج قاسم دیدار رهبری، دیدار رهبری. Как вам известно, Москву недавно посетил представитель Ирана, генерал Сулеймани. Какова будет его роль и роль курдских сил в Сирии? И что в этой связи необходимо делать? Я уже говорил, я считаю, что все страны региона должны объединить свои усилия в борьбе с общей угрозой, с терроризмом в целом и с ИГИЛ в частности. Это касается и Ирана, это касается Саудовской Аравии.